Привет всем! Сегодня я вам хочу показать свой опрокидыватель машины. Ну, который поднимает машину на бок. Вот так он выглядит, этот опрокидыватель. Вот стойка. Она сварена из кроватных уголков. На 50 на 50 уголки. Если так вот смотреть, это 50 на 50. Вот. Тут тоже уголки сварены. Вот это усиленное более-менее. Тут наварена куча всяких хренотеней. Вот эта тяга внутри идет внизу, которая соединяет верх и саму стойку. А вот это идет пруток. Ну, штанга буровая. Она ставится с другой стороны колес вдоль машины, чтобы вот эту стойку всю полностью не выдернула под нагрузкой наружу. А вот эта вот, сама вот эта штука, она ставится поперек машины. Вот это у меня сварено под порог. Специально вот такие канавки сделаны. Она ставится под порог. Если посмотреть мою аку, как я ее поднимал, там видно. И вот она двигается по разной ширине машины. Я на ней и Волги поднимал, и Жигули, Нивы. Вот. Поднимаю один спокойно, лебедкой. Ничего сложного нет. Вот такой механизм. Лебедка у меня сделана. Временно она цепляется вот сюда, на этот штопор, так как тросик коротенький. По мере поднятия вот этой платформы и машины, когда она поднимается, вот это вдоль всего конструкции, я ее потом вот в этих отверстиях фиксирую, чтобы она не падала вниз. И лебедку уже перецепляю на самый низ. Тогда троса хватает. Вот, а работает она вот таким способом. Вот ее поднимаешь. Вот она двигается кверху. Вот. Вот так вот ее поднимаешь. Вот она поднимается, поднимается и... Как я уже говорил, вот отверстие, в которое я периодически вставляю вот эти шкорня, чтобы она не падала. Вдруг трос порвется или еще что-нибудь, это как у меня страховка. Вот это у меня отверстие, тут насверлено очень много. Поднимать ее можно очень высоко, так как она чуть ли не 2,5 метра, если не больше. Наверху имеются вот такие ролики, блочочки, через которые перекинутый трос. Вот он идет, цепляется он здесь, к этой вот штучке, платформе, вот, сварена из квадратной трубы. Сама вот эта крепится отверстием вот через этот болт к ней, вот сюда. Здесь также имеются упоры вот эти, вот, которые не дают ей выпасть. Ну, она, у меня тут разборная на болтиках. Тут еще вот такие ролики сделаны, чтобы легче крутилось. Ну, короче, вот такая конструкция. Вот эта тяга. Также на сверленное отверстие, чтобы ее выставить прямо. Ну, сейчас я ее собрал так чисто, чтобы она стояла. Вот она идет донизу. Здесь имеется вот такой шарнир, устройство. Вот, которое все это держит. И труба, в которую просунута вот эта буровая штанга. Вот. Таким образом она у меня поднимается. Здесь вот лебедка зацеплена к этой штуке. Вот я ее поднимаю, поднимаю. Потом лебедку вот эту ставлю в штопор. Выдергиваю лебедку. И лебедку перецепляю уже в самый низ. За пределы вот этой штуки. И тогда у меня вот это поднимается еще выше по стойке. Ну, короче, сделано вообще просто. Из уголков кроватных. И здесь главное... Тоже сварить более-менее такую жесткую конструкцию. Вот тоже два уголка, сваренные между собой. Тут еще пластину какую-то приварил. Там тоже, но это не важно, можно и делать. Вот, идут сюда уголки, до сюда. И здесь тоже приваренные уже, вот, квадратные уголки с обоих сторон. Ну, как квадратиком сделано, чтобы жестко было, чтобы не переломило ее. Хотя здесь нагрузки нет.
В основном нагрузка вся идет вот здесь, на это место и на само начало. А посередине она чисто так уже, как сопля. Так что вот такая конструкция. Вот передвигается Волга, ОКА и всякое дерьмо. Вот такая стоечка. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, комментируйте. Ну, а я вам еще одну штучку покажу. Тоже самодельную для ремонта машин, опрокидывания. Раньше я занимался машинами, ремонтировал. Сейчас уже здоровье не позволяет. Но это не важно. Короче, на этом все. Всем пока и до новых встреч.